Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Величайшее из искусств. Сегодня в Чувашии торжественно открыли год кино и год человека труда. О тиражах и качестве. Председатель кабинета министров встретился с сотрудниками издательского дома «Хабар». Кубок дружбы. В товарищеском турнире по волейболу приняли участие представители трех ветвей власти. «2016-й объявлен в стране годом российского кино, а в Чувашии он объявлен годом человека труда. Чувашская государственная филармония собрала сегодня гостей торжественной церемонии открытия. Особое внимание в этом году будет уделено воспитанию молодежи уважительного отношения к труду. В настоящее время остро назрела необходимость в повышении престижа рабочей профессии, совершенствовании профессионального мастерства в развитии и поддержке трудовых династий. Полковник внутренней службы в отставке Василий Николаевич Нягин – внук первого пожарного династии Константина Кардыкова. С детства тянулся к служебным автомобилям и пожарному обмундированию. Его дед более 50 лет назад организовал в селе Шаркистры пожарную охрану. Это было начало сельского сторожевого поста, но еще не начало династии. Недавно выяснилось, что ее общий трудовой стаж превышает 1000 лет. Но сегодняшний день нас очень радует, поскольку очень приятно, что год 16-й, он год человека труда, а у нас действительно все трудятся, и трудятся неплохо, я бы сказал. Мы на сегодняшний день насчитываем 72 работника пожарной охраны, среди которых в первую очередь, конечно, это пожарный, конюх, потом водители, инспектора, диспетчера, начальник караулов. Конечно, необходимость нашей профессии, она очень велика. И вообще безоговорочно нужно сказать, что она всегда будет востребована и всегда будет актуальна. Спасение человеческих жизней, предупреждение – это всегда, наверное, очень благородная миссия людей. И поэтому я думаю, что, коль в нас заложили это зерно, то почему мы не будем закладывать это доброе в своих детях? Вот уже более 120 лет сложно себе представить жизнь без кинематографа. Именно благодаря ему мы можем взглянуть на трудовые подвиги народа, как в документальном, так и в художественном вариантах. Для «АллатРа» год особенно важен. Первый кинотеатр в Чувашии был открыт здесь еще в 1911 году. Поэтому, когда в городе не стало кинотеатров, люди постоянно спрашивали, когда вновь появится кино. Год кино. Будет реализована вот эта программа, через фонд российского кино будет поставлено оборудование, это очень важно. У нас в городе АллатРа этот грант получила частная фирма. Будет это реализовано на базе торгового центра. Главной отличительной чертой лучших работ советского и российского кино было и остается внимание к судьбе человека. Именно люди труда бесценны для кинематографа. Как говорил Гоголь, сейчас идет бой, самый главный бой, бой за душу человека. На экранах мы видели историю страны через жизнь человека, через его мысли и переживания. Сегодня наша задача сделать все, чтобы мы на творениях великих мастеров добивались тех результатов, чего мы желаем, хотим. Михаил Игнатьев вручил заслуженные награды труженикам республики. Викторовой Татьяне Евгеньевне, члену Чувашской республиканской молодежной общественной организации «Молодежные социальные технологии». Полную версию церемонии открытия года российского кино и года человека труда смотрите в эфире национального телевидения Чувашии 14 февраля в 18:00. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика. Сегодня в Москве открылся съезд «Единой России». В нем принимают участие представители Чувашского регионального отделения партии. Работа идет сразу на нескольких тематических дискуссионных площадках. По здравоохранению, социальной политике, экономике, сельскому хозяйству и промышленности, образованию. Очень здорово, что в рамках съезда предусмотрен целый отдельный специальный день для дискуссии. Специальные созданы площадки –
в том числе и по моему профилю, где мне также пришлось выступать и доносить и рекомендации, которые мы видим целесообразным внести и в партийную программу, и в целом, естественно, эти рекомендации выработаны нами с экспертами и с мнением очень многих регионов, ну и в первую очередь, конечно, того региона, который я представляю, именно Чувашской республики. Наша республика лидирует по многим позициям, и, собственно, достаточно легко было выдвигать предложения для тех регионов, которые где-то не успевают, где-то не применяют такой опыт. Поэтому действительно касались рекомендаций и детских садов, и университетов, и школ, и студенческих общежитий. В кулуарах сегодня, вчера обменялись мнением с коллегами по всем тем вопросам, которые будут обсуждаться на дискуссионных площадках. Все мы находимся в ожидании услышать что-то новое от своих коллег из других регионов. Готовы, как я уже говорил, поделиться и своим опытом. Так что готовы к работе. А завтра в центре внимания участников съезда будет вопрос об определении даты проведения праймерис, предварительного голосования. Единороссы также обсудят предвыборную программу партии. Сегодня активисты Чувашского отделения Молодой гвардии «Единой России» встретились с депутатом Госсовета Республики Петром Красновым и заместителем министра образования и социальной политики Сергеем Кудряшовым. Главной темой встречи стали социальное развитие республики и роль молодежи в жизни региона. Обсудили на встрече и то, как воплощать основные положения послания главы Чувашии. Встреча проходила в режиме круглого стола. В таком формате удобно обсуждать самые актуальные молодежные вопросы. Можно сразу получить ответ, услышать отклик на предложение или инициативу. На встрече обсуждались основные темы послания главы Чувашии, в частности, меры социальной поддержки молодежи. Большая часть норм она будет оставаться, то есть меняется лишь адресность. Да? То есть, как бы, безусловно, социальная поддержка оказываться должна тем, в первую очередь, кто именно в ней нуждается. Мы считаем это справедливо и правильно. В послании главы Чувашии было сказано, что поддержка самой активной и одаренной ее части всегда была главной государственной задачей. В последние годы сформировалась целая система материального и морального стимулирования молодежных инициатив. Тысячи молодых людей получают специальную стипендию, предусмотрена компенсация части стоимости проездных билетов. Кстати, теперь льготой за проезд могут воспользоваться именно те, кому она действительно необходима. 400-410 рублей, так сказать, то, что компенсировали в месяц на проездные. Да, это два посещения в кинотеатр, два просмотра фильма. Это одно посещение, скажем так, в кафе. Ну что еще? Много это или мало? Да, для кого-то это много. Те, кто нуждается, для них это много. Но разные доходы в семьях, тут да, разные, как говорится, возможности у каждого в этом. Поэтому здесь переход на адресность и нуждаемость именно тем, кто в этом нуждается, тем, кто в семьях, где доходы, ну, скажем так, небольшие, пока небольшие, да, вот такой переход он осуществлен. Обсудили за круглым столом и механизм грантовой поддержки молодежи. Сегодня это весомая помощь при реализации многих инициатив. Вот, например, один критерий, который в последнее время становится очень важным молодежи, это количество полученных грантов на социальные проекты. То есть вот социальное проектирование, своя лепта в общественную жизнь республики. Очень много мы получаем откликов от ребят о том, что я хочу жить на селе, я хочу приносить пользу своей малой родине. Именно поэтому вот таких активных, инициативных ребят нужно поддерживать с тем, чтобы они все-таки оставались на своих территориях и помогали развитию села и агропромышленного комплекса Чувашской республики в целом. Собравшиеся на круглом столе отметили открытость политики правительства Чувашии. Именно это помогает молодежи успешно реализовать себя в современных условиях. Качественнее, быстрее и проще. Почта России потратит 2 миллиарда рублей на усовершенствование системы обслуживания. Иван Моторин встретился с заместителем генерального директора Почты России Сергеем Тимошиным. Ответственность и стремление работать всегда выделяло Чувашское отделение Почты России среди других регионов. У вас здесь площадка для большого количества нововведений. Площадка для большого количества пилотов, которые действительно здесь проходят успешно и есть что взять.
Поэтому мы всегда, честно говоря, опытом Чувашской почты пользуемся активно. Сергей Тимошин поблагодарил Ивана Моторина за помощь в реализации отдельных проектов. Спасибо. Перед Почтой России это задачи большие ставит правительство. Почта у нас всегда хорошо работала, вроде нареканий не было, коллектив дружный, и с органами власти всегда в такой связке работает. В планах московского гостя детальное знакомство с работой подведомственного учреждения. Приехал, да, специально сюда для того, чтобы познакомиться с коллективом, более плотно посмотреть на ту атмосферу, которая здесь, и посмотреть, собственно говоря, на тех людей, по эффективности и производительности которых с точки зрения вот инновационных предложений, она, ну, наверное, одна из самых высоких в России. Стоимость доставки газет и журналов обсуждалась сегодня и с представителями другой страны, газетчиками. Иван Моторин встретился с коллективом издательского дома «Хабар». Крупнейший газетный холдинг выпускает 14 печатных изданий. Все они разные по своей тематической направленности. Есть общественно-политические, есть молодежно-развлекательные. Издательский дом «Хабар» отвечает даже за выпуск литературного журнала. Практически у всех изданий есть электронная версия. Холдинг имеет государственную дотацию на выполнение государственного задания. Однако после отмены субсидий на доставку газет и журналов количество подписчиков в районах республики резко сократилось. Все мы, не глупые люди, знаем, выезжаем в районе, эти районы делать легче. Одна газета, например, да, там проще договариваться. В нашем масштабе все-таки республиканский. Всего там 44 экземпляра, а за включение там огромные деньги платим. Зачем это нужно? То есть туда входит транспортировка, экспедиция, доставка. Из-за 44 экземпляров мы не стали. Иван Моторин посоветовал редакции создать собственную доставочную сеть и перестать ориентироваться только на районную аудиторию. И в городах живет немало людей с удовольствием, читающих на родном языке. Про них тоже не стоит забывать, резюмировал Иван Моторин. Помимо прочих, напрямую задавались и довольно щекотливые вопросы. Как вы относитесь к советским правительственным органам печати? И когда мы освещаем деятельность правительства, там, министерства, свои отношения показываем. Вот я лично объективность требую от журналистов. То есть, соответственно, ну, чтобы писали они то, что непосредственно человек говорит, в общем-то, и мысль доносилась без искажения. В ходе диалога обсудили и довольно насущные вопросы. Тиражи падают, а цена на бумагу из года в год растет. Оплата журналистского труда, по мнению хабаровцев, не дотягивает до приличного уровня. Вариантом решения хотя бы части проблем может стать участие издательского дома в грантовых конкурсах, считает премьер-министр. Кроме того, не надо забывать о качестве газетного материала. Именно оно формирует читательскую аудиторию. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаметов, Республика. Сегодня в Чебоксарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России прошла 7-я Всероссийская научно-практическая конференция «Институциональная модернизация регионов. Экономические, социальные и управленческие вызовы». В рамках конференции обсуждались тенденции социально-экономического развития российских регионов, вопросы развития государственной службы и местного самоуправления. Темами форума стали инвестиционная привлекательность, инновационная конкурентоспособность как точки роста субъектов федерации. В работе конференции приняли участие руководители федеральных органов власти, госслужащие, представители бизнес-структур, ученые из Москвы, Саранска, Кирова, Нижнего Новгорода. В рамках форума прошли круглые столы, дискуссии, мастер-классы по актуальным проблемам и лучшим практикам госслужбы. Когда говорят о кризисе, традиционно принято цитировать американского президента Джона Кеннеди, который во время Карибского кризиса сам, в свою очередь, процитировал китайцев, говоря о том, что в китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов. Первый иероглиф означает «опасность», а второй – «благоприятные возможности». И какой из этих иероглифов будет написан ярче, зависит от нас. Поэтому будем надеяться, что вот наша конференция станет таким небольшим вкладом вот, в попытку написать иероглиф «благоприятные возможности» максимально ярко. Десять ДТП с участием водителей маршруток произошло в начале этого года. Сегодня 5 транспортных средств столкнулись в Чебоксарах на проспекте Ленина. Сегодня, ориентировочно в 13:30, на проспекте Ленина возле дома 54 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 транспортных средств. Маршрутное транспортное средство «Форд Транзит», которое следовало по маршруту номер 35, столкнулся с едущим впереди легковым автомобилем «Фольксваген Поло». «Фольксваген», в свою очередь, задел грузовик «Пежо Боксер», легковушку «Киа Церата» и микроавтобус «Мерседес», следующий по маршруту номер 262. Благодаря тому, что почти все машины в момент ДТП стояли на красный сигнал светофора, человеческих жертв удалось избежать. В данном ДТП травмы получили два пассажира с
маршрутке, которая была виновна в дорожно-транспортном происшествии. Мужчина и женщина были доставлены в больницу с незначительными повреждениями. По предварительной версии, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем маршрутного автобуса. Теперь виновнику аварии грозит административный штраф в размере 2500 рублей или лишение водительских прав на 1 год. Хорошая физическая форма – залог активной работы. Это понимают в правительстве республики. Практически ежедневно руководители федеральных и республиканских органов власти, силовики занимаются любимыми видами спорта. А чтобы проверить качество своих тренировок, проводят соревнования. 4 февраля прошел товарищеский турнир по волейболу «Кубок дружбы». Меньше месяца назад на праздновании Дня прокуратуры было предложено организовать волейбольный турнир между депутатами и силовиками. Прокуроры вызов приняли. Участвовать в товарищеских матчах пригласили и правительство Чувашии, и сотрудников Верховного суда. Сегодня мы собрались на этот матч. И хочу сказать, ведь спорт он не только источник здоровья. Спорт – это и дипломатия, спорт – это и отношения человеческие. В истории республики такой турнир, где на одной площадке встретились три ветви власти – исполнительная, законодательная, судебная, первый. Мы входим в число лучших спортивных, число трех лучших спортивных регионов Российской Федерации. Это очень важно, это очень значимо. Одно дело выполняя на работе прямые свои функциональные обязанности, делаем на самом деле эту работу надлежащим образом, с чистой совестью. А когда в спортзале, это другие эмоции, командный дух, амбиции, каждый хочет победить, и совсем другое общение. На площадке развернулась упорная борьба. Несмотря на то, что разыгрывался Кубок дружбы, проигрывать никто не хотел. Страсти кипели, а спортивному азарту игроков могли позавидовать любые профессиональные команды. Проигравших на площадке точно не было. В качестве награды все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения. Для нас, конечно, это спорт. В первую очередь разрядка. Разрядка от напряженной работы, которая у нас ежедневная. Ну а после работы вот так мы иногда отдыхаем. И вот сегодняшний, в этом году мы начали этот турнир именно вот в таком небольшом составе. Попробовать силы, попробовать как получится. И, наверное, все-таки мы будем теперь продолжать такие, организовывать такие соревнования. Я публично пригласил, кто сомневается в состоянии здоровья главы Чувашской Республики, я приглашаю в спортзал, приглашаю на лыжные гонки, на лыжные прогулки, и мы проверим, у кого состояние здоровья больше, у провокатора, который сплетни, слухи распространяет, или у тех здоровых граждан России, которые ведут физический здоровый образ жизни. Михаил Игнатьев отметил, что с удовольствием поддержит любую инициативу. Сотрудники прокуратуры готовы бросить вызов и сыграть с правительством в мини-футбол. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Это все новости пятницы, 5 февраля. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Сразу после информации о погоде смотрите программу «По существу». Речь пойдет о Всероссийском дне зимних видов спорта, который отмечается в нашей стране 7 февраля. До встречи!